Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции в соответствии с правилами соблюдения безопасной дистанции и применением индивидуальных средств защиты призвали посетителей МФЦ соблюдать правила дорожного движения и использовать на своей одежде световозвращающие элементы. Автоинспекторы сделали акцент на том, что самыми уязвимыми участниками дорожного движения являются пешеходы. Особую актуальность проблема наездов на пешеходов в темное время суток приобретает с началом осенне-зимнего времени года.